Все на в Сахалинской области в 2019 году планируют повысить плату за патент для трудовых мигрантов на 25%, то есть до 5807 рублей. Соответствующие поправки к законопроекту об установлении коэффициента депутаты приняли в первом чтении на очередном заседании облдумы, пишет migrant.news.tg. Такой коэффициент устанавливается ежегодно является мерой экономического регулирования притока трудовых мигрантов и обеспечения приоритетного трудоустройства граждан России. По области ситуация в сфере трудовой миграции властями оценивается как стабильная. При получении патента он должен пройти дактилоскопию, то есть пятки пальцев обязательно. По информации о МВД России по Сахалинской области, в 2017 году доля иностранных работников, трудящихся по патентам, составила 8,7 тысяч из 282,7 тысяч человек занятых в экономике. По словам руководителя областного агентства по трудоустройству и занятости населения Татьяны Бабич, Решено установить на 2019 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда области, в размере 2,76, то есть повысить ежемесячную авансовую плату за патент на 25%. Цена патента в Амурской области в 2019 году составит 5711 рублей. Для сравнения, в текущем году его стоимость составляла 5509 рублей. Очень сложно стало. И посмотрим на ситуацию. Уже мой брат уезжает скоро.